Привет, я Клевер, это экстренные новости сна. Как оказалось, что Фредди и Слендер знакомы. И они сейчас начинают снимать новую игру под названием «Доставщик пиццы». На днях были замечены три аниматроника, плюющих с верхнего яруса торгового центра на людей. Ими оказались Чика, Мангл и Фокси. А также Фокси был замечен вылезающим из окна женского общежития ранним утром. На сегодня это все новости. Я Клевер, всем пока! Ту-ду-ду-ду-ду!